может прийти на помощь, пока ты в храме. Будь осторожен, иерарх. Угу. Вон оно что. Ну, хорошо, хоть сказали. Силы Амуна прибыли раньше нас. Возможно, они уже захватили храм. Зератул верил, что другие Зелнага ждут нас здесь. И что они помогут нам одолеть Амуна. Положить конец войне. Освободить мой народ. Тогда почему Зелнага не ответили нам? Я отправлюсь в Ульнарский храм один, матриарх. Не хочу рисковать другими жизнями. Ты рискуешь собственной жизнью, полагаясь на слова предателя. Он убил твою мать, Варазун. Это правда. Но он никогда не был предателем. Я не ищу смерти ради исполнения пророчества Зератула. Я верю лишь в то, что ты вернешься. Да, ты веришь лишь в то, что она нам доверяет, но ни хрена не доверяет на самом деле. Какие тайны мы здесь узнаем? На самом деле у нее просто нет выбора. Неужели здесь мы встретимся с судьбой? Воины не смогут помочь мне в грядущей битве. Это моя ноша. Найти Зелнага. Смеем ли мы мечтать об этом? Родной мир Зелнага упоминается во множестве мифов и легенд. Конечно же, весьма далеких от истины. Ну что ж, давайте посмотрим новых юнитов. Теперь у нас есть звездные истребители. Серьезно? Давайте посмотрим. А, фениксы. Небеса зовут. А, гравилуч воздействует на две цели одновременно. Нифига себе наглость, короче. Наносит дополнительный урон легким боевым единицам. Прекрасный день, чтобы умереть. Либо мы берем и делаем старых корсаров, которые мешают противнику атаковать, наносят дополнительный урон легким боевым единицам, наносят урон по области воздушным боевым единицам. Тут как бы вы выбираете, что вам нужно. Я думаю, что Феникс, несмотря на все, будет более в балансе на части, потому что, ну, 3 Феникса может контролить вот 6 юнитов. Это очень круто для наземных. Давайте просто для вас покажу корсаров, что они делают, наверное. Хотя я не очень люблю воздух. Именно легкий воздух такого плана. Впрочем, на следующей миссии как бы никого нету, поэтому без разницы. Все, или здесь еще, кстати, есть какие-то... Иерарх, к нашей армии присоединились чистильщики. Видимо, пока что они готовы служить тебе. Окей, драгуны. Куда нам направиться? О! К нам присоединились адепты. Это просто замечательно. Они телепортируются через огромное количество... через огромные расстояния и прочее. То есть, смотрите, создает тень, увеличивает урон, получаем поражаемый врагами, телепортируется к тени через 10 секунд, наносит больше урона легким единицам. Ну, короче говоря, я куда-то успел пробежать тенью туда и телепортнешься. Что касается бессмертных, тут нет никаких добавлений. Почему нет? Но в любом случае мне нужны какие-то юниты, которые будут все-таки атаковать воздух, а драгуны и сталкеры — это единственное, что мне... Я на данный момент среди полезно. Я вернулся. Давайте возьмем сталкеров с блинком. В данном случае они нам все равно пока не понадобятся, но тем не менее. Так. С тех пор, как мы тут, ключ ведет себя странно. Он словно реагирует на идущие снизу потоки энергии. Потоки энергии? Да. Это место излучает энергию пустоты. Полагаю, здесь расположен своеобразный стык измерений. Как реагирует ключ? Он словно поглощает излучаемую энергию. Информация о месте происхождения ключа была сохранена иным способом. Похоже, его перенастроили на выполнение другой функции. Надеюсь, Зелнага сами раскроют нам свои тайны. Ну что ж, я тоже на это надеюсь. Эти записи удивительны, Арданис. Поверить не могу, что все это случилось на самом деле. И тем не менее, это так, мой друг Феникс.
Ритор Адамис потребовал, чтобы я присутствовал при списании великого авианосца Антимон. Когда его захватила группа террористов и предателей, я понял, что не позволю им использовать его в своих целях. Ну что ж, это бравая цель. Ладно, посмотрим, что у нас доступно. В принципе, у нас все доступно. То есть мы можем что угодно делать. И давайте сейчас мы будем использовать солнечное копье. Вызов подкрепления можем сделать. Призывает пилон двух бойцов. И вот, да, знаете, вот это лучше, чем просто пилон. Столько же затраты, столько же восстановления, но намного качественнее. А так как я особо не использую этот, знаете, давайте лучше пилон тогда возьмем. Так, отлично. В следующий раз мы попробуем сделать солнечное копье, я думаю. Если накопим нужное количество очков, конечно же. Ладно, переходим на мостик и на задание, дабы сильно вас не затягивать, мои дорогие друзья. Адум Теридас, Иерарх. Я не знаю, что ждет меня внизу, Варазун, но я должен отправиться туда один. Принимай командование над копьем Адуна. Я буду ждать твоего возвращения, Артанис. Итак, мы можем получить 20 за Солариса за просто задание и 15 за бонус. Надо будет найти этот бонус, потому что 15 Солариса мне определенно пригодится. Насколько я знаю, Близзарды сделали все так, чтобы у нас было больше очков, чем нам, в принципе, нужно. Поэтому это хорошо. Ну что ж, поехали. В поисках зел Нага. Похоже, нас свела судьба. Не будем ее искушать. Святилище называют это место храмом объединения. Зилнага должны быть где-то здесь. Пока что я встречала только гибридов.
Я сражаюсь с ними уже несколько дней. Как видишь, я не продвинулась далеко. Пророчества говорят о двух вознесшихся расах, которые должны вместе отыскать залы откровения в глубинах храма. Лишь им двоим святилище откроют способ пробудить спящих Зелнага. Никогда не верила в пророчества. И все же, несмотря на наше прошлое, сейчас мы вместе идем к одной цели. Возможно, они заслуживают веры. И все же, несмотря на то, что ты никогда не верила в пророчество, ты стоишь здесь. Да. Давай доберемся до святилища. Ну, знаете, на самом деле у меня всего один вопрос. Все, конечно, смелый хорошо. План. Но. Есть одно но. Мы ясно видим путь. Если у нас по факту лишь... Похоже, этот храм хорошо охраняется. Я с ними разберусь. По факту, если лишь две расы могут открыть, то какого фига Артанис пытался сделать это в одиночку? Никаких... Погоди. Ты чувствуешь? В этом страже пробуждается великая сила. Так и... Чистота формы. Чистота эссенции. Докажите свою силу. Керриган, держись ближе ко мне. Я могу излечить наши раны с помощью псионных способностей. Не, это, конечно, хорошо, но... Окей. Так, надо уничтожить эту гадость и убить все-таки его. Ну, кстати, прикольно. Настало. Они использовали систему, которая была придумана для Вовки. Мы ясно видим путь. И теперь все классно. Значит, ключи у этих стражей. Полезная информация. Продолжим путь. Сплотившись, мы становимся сильнее. Эти устройства излучают солнечную энергию. Нужно собрать. Замечательно, соберем как можно больше. Наши знания — ваше наследие. Ух ты. Это, я так понял, был голос Зелнага? Никаких Куда? Сомнений. Осторожно, гибриды! Объяснись. Наша судьба ждет. Чуть-чуть вывели гибриды из себя. Твоя король. Сила в единстве. Так, замечательно, ладно, он восстанавливается. Мы ясно еще один видим страж. Путь. Еще один страж. Надо уничтожить его, чтобы открыть врата. О, отходим. Враги падут. Так, сейчас он породит своих гадов. Уничтожаем, отлично. И где будет ближний? Настало время перемен. Придет Ешки. Новый день. Так, где теперь? Кого из них отводить? Объяснись. Нет никого. Наша научился вроде ждет. Немножко с ними обращаться. Будущее принадлежит нам. Так, хорошо, ну давайте. В принципе, у нас изначально. Нам все еще не хватает одного ключа. Я ощущаю сильный источник энергии по ту сторону провала. Керриган, оставайся здесь, я отправлюсь на разведку. Зашибись, отправился на разведку, конечно. Керриган, к тебе движется страж. Ну не к тебе, а к нам. Слушай, оп, придет вовремя. Новый день. Отскочил, так сказать. Так, да. Замечательно пока что. Наша судьба. В принципе, ждет. Уничтожаем довольно шустро. Я служу своему народу. Все классно. Классно Мы и быстро. Мы ясно видим путь. Второй тоже на месте. Будущее сила в единстве. Поехали дальше. Так, открывайте, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Никаких сомнений. Ну, я больше план. Не вижу здесь ничего. Я думаю, это только начало. Я веду свой народ с честью. Судьба благоволит нам. Святилище еще действует.
накапливает энергию. Скоро заработает. Это твои дружки? Не совсем. Похоже, воины Амуна нашли способ проникнуть в храм. Нам придется убить их. Всех до единого. Артанис, ты начинаешь мне нравиться. Так. Придет новый день. Замечательно. Объяснись. Разумеется. Думаю, что все хорошо, более или менее. Настало время перемен. Класс. Мы ясно видим путь. Ясно. Ну что же, антидеваки до того, как оттуда кто-то выкинется. Я веду свой народ с честью. Уничтожаем их. Не, ребята, кстати, вдвоем прям имбалансные такие, опять-таки. Замечательно. Будущее принадлежит нам. Отхил. Давай следующих. Сплотившись, не успею уничтожить два корабля, но... Сильнее. Окей. Хотя бы один, но я уничтожу. Мы ясно видим. Замечательно. Да что же. Настало. Отлично. Время перемен. Я веду свой народ с честью. Перемещаемся ему за спину, фигарим. Закончим начатое. А потом узнаем, какие тайны хранит твое святилище. Ну что ж, добили. Харак Энбояж. Сплотившись, мы становимся сильнее. Я... Теперь я понял. Зилнага были первой расой, рожденной в пустоте. Их священной целью было создавать жизнь и поддерживать бесконечный цикл. При зарождении новой вселенной они обретали физическую оболочку. Если оболочка разрушалась, они возвращались в пустоту. Все это время они ждали. Пока избранные существа соберут все части ключа и найдут дорогу сюда. Амун управляет моим народом через Кхалу, но он лишен физической оболочки. Если отрезать ему доступ к разуму тамплиеров, мы могли бы загнать его обратно в пустоту. Идем, Артанис. У нас впереди долгий путь. Проще говоря, нам сейчас мягко намекнули, что нифига мы не найдем наших дорогих друзей. Идем. Скоро наши враги снова появятся в храме. Народ с честью. Лазар? Похоже, ты была права. Ну что, нападаем? Сплотившись, мы становимся сильнее. Оу, у нее такая нехилая цепная молния, я скажу вам, друзья мои. Ну, а мне нравится эта девушка. Ладно. Надо как-то иммортал убить сначала, я думаю. Говори, живо. Я служу своему народу. Замечательно, Керриган, конечно, пострадала, но мы сейчас ее воскресим чуть-чуть. Мы ясно видим путь. Отлично. Керриган у нас танковал, никаких, так сказать. Никаких сомнений. Талдаримы заняты боем. Давай нападем на них, пока они сражаются со стражами. Народ с честью. Надо бы на самом деле еще стражей убить. Важнее все-таки. Мы ясно отчасти видим путь. И давайте убьем призмы. Смелый план. Будущее принадлежит нам. Замечательно. Великолепно. Просто и никаких легко. Никаких сомнений. Так, я хочу глянуть, нет ли здесь... Вроде здесь ничего нету. Сплотившись, мы становимся сильнее. Я веду свой народ с честью. Посмотрим, куда какие врата нас приведут. Мы ясно видим путь. Глупцы, вы осмелились напасть на меня? Стало время перемен. Замечательно, попрыгали. Смелый план. Великолепно. Придет новый день. А восстанавливаем броню. Никаких кстати, что у нас сомнений. Здесь есть вообще что-нибудь? Что как-то странно выглядит. Говори.
Сила в единстве. Что-то поднимается. Что-то происходит здесь. Мы ясно видим путь. Окей, видимо, это просто декорация, так сказать. Ничего здесь не произошло толком. Будущее, возможно, я что-то не знаю. Нам. Этот проход тоже обрушился. Стой. Гибриды. Так, ладно. Ну, гибридов мы, я думаю, убьем. Да что же. Настало время перемен. Отлично. Смелый план. Так. Ульнар станет вашей могилой. Да сколько вас еще здесь, ё-моё. Это ж просто непостижимо. Мы становимся сильнее. Вас ужасно много, дорогие друзья. Никаких сомнений. Наше наследие, ваше будущее. Честью. Ты повторяешься. Будущее принадлежит нам. Они сражаются с другим стражем. Придет новый день. Замечательно, добиваем стража. Круто. Мы ясно видим путь. Круто, 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 круто. Смелый план. Враги падут. Пока что все хорошо. Мы становимся сильнее. Так, проходим дальше. Никаких сомнений. Талдаримы пытаются прорваться в зал откровения. Клинки к бою, тамплиер. Замечательно. Я веду свой народ с честью. Будущее принадлежит нам. Замечательно. Минусим. Просто великолепно. Просто великолепно. Мы ясно видим путь. Отлично. Помолчи немножко. Добить этого гада. Мы становимся сильнее. Отлично. Отстань. Все, или еще кто-то? Я веду свой народ. Думаю, мы получили немного времени. Теперь дело за тобой, Артанис. Стены святилища покрыты какими-то узорами. Откуда ты знаешь, что они значат? Контакт со святилищем — это не просто разглядывание узоров. В каждый атом этого камня вложен особый смысл. Отсюда из Ульнара Силнага начали распространять по вселенной семена жизни. Они создали нас, как и бесчисленное число рас, заселявших нашу и другие вселенные. Силнага лишь наблюдают и ищут в своих отпрысках потенциал, но не вмешиваются. Бесконечный цикл неизменен. Появляются две расы. Одна наделена неукротимым духом. Вторая — чистоту формы. Существа с безграничным псионным потенциалом, способные вместить эссенцию Зелнага. Чистота эссенции и формы. Зерги и протосы. Но если Зелнага никогда не вмешиваются, значит, это Амун изменил мой народ. Все наши представления Зелнага оказались неверными. Идем, Артанис. Скоро мы получим ответы на все вопросы. Должно быть, это последний зал. Погоди. Врата открыты. Стражи уничтожены. Святилище атакуют! Это мог сделать только Амун. Вперед! Нельзя упустить шанс на спасение!
скорее на единственный шанс узнать что-то дальше. Нужно добраться до святилища. И желательно как можно быстрее. Разумеется. Так, быстренько, давайте. Отстань от меня. Замечательно. Наша судьба ждет. Так, здесь ничего нет. Мы ясно видим путь. 6 минут для того, чтобы достичь святилища. Темный бог предвидел твою смерть, Керриган. Мы лишь исполним предначертанное. А получится ли? Я веду свой народ с честью. Нифиг тебе, призма. Смелый план. Так. Сплотившись, мы становимся сильнее. Не очень мне нравится, когда нас так фигарят, но ничего страшного. Мы ясно видим путь. Оу. Лазер? Серьезно? Я веду свой народ с честью. Смелый план. Ну окей, вдруг лазер нам хоть дверку прожжет, это хорошо. Никаких сомнений. Мы возродимся в крови и огне. Скорее в крови. Психи какие-то. Во-во. Будущее принадлежит нам. Ну, хоть стражей нам уничтожает. Никаких сомнений. О, давно я ребят не видел. Боевые все такие веселые. Серьезно. Замечательно. Так, Керриган, лучше назад чуть. Враги падут. Что значит объяснись? Чуть-чуть тебя назад, чтобы тебя не кушали. Все логично. Мы становимся сильнее. Не свергните их в вечную бездну. Оу. Я зашла так далеко. Так, мои поиски здесь продолжаются. Нам, видимо, придется ждать, пока он разрушит нам ворота. Смелый план. Или стоп, ворота разрушены. Оу. Мы ясно видим путь. Нам, короче, не дают бежать. Окей. Хилим его. Быстренько пробегаем вперед. Сплотившись, ищем мы становимся сильнее. Последний. Знаний. Я веду свой народ с честью. Никаких сомнений. Замечательно. Смелый думаю, что оно где-то вот здесь вот. Есть. Будущее принадлежит. Я нашел последнее. Нам. Наше будущее — единение в пустоте. Ну, с одной стороны, это, конечно, хорошо, это общее будущее для всех, но с другой, это не очень хорошо, потому что... Я веду свой народ с честью. Судьба ждет нас! За Сиратула! За Аюр! Так. Вас ждет лишь тьма. Настало время перемен. Так, хорошо. Будущее принадлежит нам. Нужно как можно скорее убить вот этого гада, а потом убить верхнего. Мы ясно видим путь. О-о-о-о. Харак Энбояш. У него не действует стан. Нет, действует стан. Говори. Все-таки стан на него действует, замечательно. Враги падут. Я веду свой народ с честью. Так. Все. Артанис. Начинай шаманить со святилищем. Твоим богам стоит объясниться. Есть такое. Зелнага, заключенные в зале Вознесения, тысячелетиями дремали в нем. Пока цивилизации гибли и вновь создавались. Они пробудятся ото сна по прибытии двух предначертанных рас. И тогда их старейшины пожертвуют жизнью, чтобы передать избранным свою эссенцию. И те, кто наделен чистотой формы и чистотой эссенции, переродятся, став Зелнага, хранителями бесконечного цикла.
Ну что, ты готов встретиться со своим создателем? Готов. Пора войти в зал Вознесения. Там нас ждет ключ к спасению. Амун! Перворожденные больше не боятся тебя! Блин, Близзарды, как всегда, эпичные. Уничтожьте 20 боевых единиц порожденным гиблингом и задание бесконечно. Ну ладно, не уничтожил, окей, ничего страшного. Ну, зато получил все, что есть и все, что надо. В общем, всем спасибо за просмотр и пока-пока!